В Алматы становится все больше камер наблюдения. Для отслеживания оперативной обстановки, обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности используются возможности 120 тысяч таких систем. По данным полиции, одним из сдерживающих факторов нарушения ПДД является автоматизированная информационная система «Безопасность дорожного движения», которая включает в себя 105 постов с камерами Сергек. С их помощью уже зафиксировано около 360 тысяч нарушений на сумму 2 миллиарда 329 миллионов тенге. Ну а как эта система помогает бороться с правонарушениями, узнаем у Айсары Бесеновой. Центр оперативного управления – сердце любого департамента полиции. Только в этом зале установлено 156 мониторов, которые получают сигнал со всех уголков города. Именно сюда стекается вся оперативная информация, и отсюда осуществляется управление всеми силами и средствами полицейских служб Алматы. Это помещение закрытого типа с огромными мониторами на стене считается центром безопасности города. Во время ЧП или непредвиденных ситуаций координация патрульных машин ведется с этой точки. Операторы центра круглые сутки работают, обрабатывая сигналы граждан, которые поступают на пульт 102. Операторы ЦУ работают в 4 смены. В среднем за сутки один оператор 102 принимает более 150 звонков. С помощью камер наблюдения работники центра через огромные мониторы в реальном времени отслеживают ситуацию в городе. Город Сиксин. Позвони навигатору. Нет, матка не навигатора. С помощью данной автоматизированной системы мы раскрываем еще и преступления. Отметим, что очень хорошее разрешение, очень хорошего качества. Есть возможность разглядеть не просто силуэт у людей, вплоть до того, что можно вычислить госномер автомашины и обратить внимание на самые незаметные моменты. А это уже фронт-офисы, приемные для граждан, созданные по принципу ЦОНа в каждом отделении полиции. Здесь находятся дежурные сотрудники и ответственные лица. Для приема заявлений граждан работает ресепшн. Тут же можно получить консультацию. Отдельно от фронт-офисов на микроучастках для оперативного реагирования установлены участковые пункты. Жители районов по всем бытовым вопросам обращаются в основном к местным инспекторам. Разные вызовы бывают. Основной – неправильная парковка. Семейный скандал, попрошайки ходят, которые на улице, стихийная торговля. По всем вызовам мы полнота этот материал обеспечим и привлекаем к ответственности. Каждый час участковые совершают обход улиц и дворов в своем квадрате, следят за общественным порядком. Кроме обычных, установлены мобильные пункты города. Они работают с 8 утра до 8 вечера. А ночью на посту дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы. А что думают сами жители об этих изменениях в городской системе безопасности? Думаю, спокойнее, когда видят то, что рядом есть полиция. Я думаю, неплохо они работают, да. Допустим, я очень довольна. Они работают хорошо. Ну да, где-то очень хорошо, но где-то нет. В городе Алматы используются возможности 120 тысяч камер видеонаблюдения. С помощью этих систем раскрыто 3392 уголовных правонарушения. Еще 1090 преступлений помогли раскрыть по горячим следам камеры самого центра оперативного управления. Штат участковых инспекторов местной полицейской службе составляет 572 единицы. Имеется 102 участковых пункта полиции, оснащенные автотранспортом и современными средствами связи. Айсара Бесенова, Гани Калуов, Медет Саматулла, телеканал Алматы.